времени желтеют строчки и память их стирает тоже. И там, где ты поставил точку, быть не должно, ее быть может. Когда меня ты позабудешь, улыбку, поз, взгляд, манеры, какой-то всплеск, давно минувшим, как будто ток, скользнет по нервам и мне вспоминать. Строчки безголосы пусть будут, ведь никто не слышит, и через снежные заносы мое дыхание все тише, и сквозь туман бессонный. Как знать, а вдруг на месте точки ты нарисуешь запятую. Александр Малонов, он к нам еще придет во втором отделении.